В торговом центре «Сан-Сити» открылась выставка фотографий воспитанников детских домов «Знакомьтесь, это я». Организаторы надеются, что фото детей и описание их увлечений помогут ребятам обрести новую семью. А тем, кто решился взять ребенка на воспитание, помогут педагоги, психологи и юристы. Александр Попов расскажет подробности. Александру 9 лет. Среди увлечений все, что можно сделать руками. Конструирование, лепка из пластилина, оригами. Причем из бумаги он делает оружие. Мне нравится. Будущий оружейный конструктор – один из участников фотовыставки воспитанников детских домов «Знакомьтесь, это я». 50 ребят согласились попробовать обрести семью с помощью подобной акции. В Новосибирске она уже традиционная. Ребята просто показали этой фотовыставке свои увлечения. Вы увидите, там не просто ребята, они в каком-нибудь действии. Кто-то там в футбол играет, занимается любимым своим делом. Поэтому это еще показывает нашим гражданам, чем занимается ребенок, чем увлекается ребенок. На что обратить внимание? Может быть, они найдут даже сами себя по интересам только. На выставку пришло около 40 потенциальных родителей. То ли от сомнений, то ли от волнения, будущие приемные мамы и папы не хотят говорить о своем выборе. Зато опытные в этом деле общаются с радостью. В семье Куприяновых 6 приемных и 2 своих детей. Останавливаться на достигнутом они не собираются. Даже 8 ребятишек для них не обуза. Смотрят, учатся, да, друг за другом, помогают друг другу. Школу провожают, встречают, уроки помогают делать. То есть проблем нету. Помощь потенциальным мамам и папам оказывают различные благотворительные фонды, органы опеки, проходят и специальные уроки для приемных родителей. Все сложности преодолимы, главное в другом. Самое главное для приемных родителей – это быть искренними в своем намерении, в своих чувствах, потому что детей не обмануть. Если вы искренне не любите детей, не хотите этого, то, я думаю, не стоит начинать. А с любовью придет все, все трудности можно преодолеть. Расположена выставка «Знакомьтесь, это я» в Сан-Сити на 2-м этаже. В течение месяца стенды будут стоять здесь, а потом переедут в торговый центр «Галерея». Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости.